Тое, што званок першым прагучаў менавіта ў 51-й гімназіі невыпадкова, заўтра яе выпускнікі прымуць удзел у рэспубліканскім апошнім званку ў Оршы. Сёлета з навучальнай установай развітаюцца 38 чалавек. Ірына Кротава ў гімназіі працуе ўжо 20 гадоў, але 11-й Б у яе першы выпускны клас. С этими ребятами мне очень повезло. Все дружные, открытые, очень оптимистичные. С ними всегда весело, надежно. Они верят в себя, верят в свои успехи. Возможно, поэтому их и добиваются. 51-я гомельская гімназія – установа незвычайная і ў нечым нават унікальная. Значная частка ўрачыстай лінейкі адведзена ўручэнню ўзнагарод. Тут сапраўды ёсць каго ўшаноўваць. У гэта складана паверыць, але на працягу навучальнага года гімназісты атрымалі больш як 1000 дыпломаў рознага ўзроўню і ў розных конкурсах. Тут не толькі даюць грунтоўныя веды, але і выхоўваюць усебакова развітых маладых людзей. Дэвіз гімназіі – інтэлект, творчасць, здароўе. Здесь достаточно хорошее воспитание, здесь очень много творчества, очень много спорта. То есть разноплановая гимназия. Нельзя сказать, что мы вот только на олимпиадном движении там заточены. Абсолютно любое направление, то, что надо в жизни ребенку. И петь, и танцевать, и бегать, и прыгать, и играть в футбол, настольный теннис, шахматы. Это все есть. Апошний школьный вальс. Танцевать его учились по некалькі разов на день, починаючи еще с новогодних святов. Выпущенные у неба поветренные шары. И, власно, сам апошний школьный звонок. Это, сапраўды, самое чудливое весновое свято, когда радость и слезы одночасово. Еще через несколько хвилин выпускники разом с батьками собираются в своих классах. Напереди выпускные экзамены и централизованное тестирование. У апошние годы студентами вышэйшых навучальных установ становится от 95 до 100% гімназістаў. Причем сёлета студентский билет сабе ўжо гарантавана забяспечыў практычна кожны шосты выпускнік, які стаў пераможцам заключнага этапу рэспубліканскай спартакіяды па вучэбных прадметах. Я собираюсь поступать в БГУ или БГУИР. Мой специалист – это программист или что-то связано с IT-специальностью. Хотела связать свою жизнь с внутренними делами, то есть в МВД, но не знаю. То есть возникают многие вопросы по поступлению. За час існавання с початку школы, а потом 51-й гімназіі, яе выпускнікамі стали больше 2000 чалавек. У кожную першую суботу лютага многие из них приходят сюды на традиционную сустречу выпускников. Сегодняшние 11-классники выключением, хочей за все, так само не будут. Это очень грустно расставаться с этим, это как оторвать целый пласт своей души. Вот 11 лет – это больше, чем 2/3 моей жизни, в принципе, всей я провела с этими людьми. И мне, конечно же, не очень хочется с ними расставаться, какие-то тесные связи, дружеские отношения, теплые моменты и воспоминания. И очень жалко, если после выпускного эти люди просто разбегутся по сторонам. Да, мы не договаривались, но хочется верить, что в ближайшем будущем мы обязательно встретимся. Некоторые школьники учились за партами и писали чернилами. Зараз их заменили столы, шарковые ручки и интерактивные дошки. Але засталося головное – почуття школьного протеста и некая ностальгия по проведенных тут годах. Усё, теперь они могут прийти сюда только в якости гостей. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».